Вам уже за 30. У вас кризис среднего возраста. Главное в этом деле – не иметь какой-то обязаловки. Все это должно быть абсолютно спонтанно. Иногда мне кажется, что у него есть другая женщина. Это не беда. В нашей семейной жизни так нет никаких проблем. Правда, Параша? У нас на 100% удачный брак. У нас с тобой все по-другому, потому что мы никогда не разведемся. Слова вообще не имеют никакого значения. Только действия. Юля, какие у тебя вообще ко мне могут быть претензии, а? У меня никаких претензий. Хватит уже, ты же пьяный. А потом вдруг раз, а нет жены, все. Ты считаешь, что-то изменится? Что ты говоришь? Какая самоотверженность? Но эти слова, они вообще ничего не объясняют. Нельзя так, старик, живым человеком. Этот человек – моя жена. Жена что? Старик не человек? А все мерзавцы с виду такие милые и обаятельные. Подведи итоги жизненного пути и забей на них! 30-летние. Премьера на ТВ-РУС.